Движение по Босфору закрыто из-за столкнувшихся судов, береговой охраны и сухогруза. Танкер под флагом островов Кука направлялся в Черное море. В южной части пролива он столкнулся с судном береговой охраны, которое перевернулось. Трех из шести членов экипажа удалось спасти. Судьба остальных в настоящее время остается неизвестной. Спасательная операция продолжается. Босфор – это пролив между Европой и Малой Азией, который соединяет Черное море с Мраморным. Он является главной водной артерией региона.